Сказал, потому что все его заслуга, вся его. А где он? Меня снимать не надо. Хорошо. Где Андрей? Итак, он мы... Он здесь, в городе, но он, у него куча. Видим, что строится стадион. Это строится стадион. В мае месяце он будет построен. Для детишек. Полноценный для полноценного футбола, такого взрослого. О-о-о. Мы выставляем две команды в первую лигу области и в высшую лигу области. Угу. Это вот заканчивается. В мае должна закончиться стройка уже. Ну что, размах чувствуется, чувствуется. Светильники, ого, все не просто там какие-то. Будет, да, и освещение, и поле, последнее поколение искусственной травы. С поливом, вот они поливы, все сделано будет, все по уму, все будет сделано грамотно. Это полив закопали, да? А вот они, вон, вот там, вон. А, да, да, вот да, я вижу. Вон они, там все видно. Вон еще где-то есть, да. Вон на той стороне есть, там где-то еще есть, вон там где-то. Все делается по уму и как положено. Да. А это что у нас? Это у нас зимний манеж. Зимний манеж. Ну, обычно здесь все зимой проводим. Все тренировки, соревнования. Спортзал, помещение пооткрывай, пожалуйста, чтобы видели, поснимать человек хочет. А был у меня сейчас вам развалки открывать или нет? Все открывай, все открой. О. Юр, открой все, потом закроешь, ничего страшного. Дело в том, что я в этом, в строителе, штам, в городе, работал завхозом. Ух, как она зажглась. То есть для меня как-то... Слушай, вот это... Зарянов у вас еще... Работает. И я Зарянову как раз и передал вот эти все вещи. Юр, начнем давай с тренажерки открывать. Давай. И мы будем оттуда идти и по ходу открывать. Он стал. Стал здесь он. Заходим, оно автоматически включается. Ну, отлично. Тренажерку открой. Я сейчас сам тренажерку открываю по ходу действия. Да, тут капитально все сделано. Вот заходим. А что светит, говорит? Я включил специально вам. Это небольшой свет. Здесь тренажерный зал. Один. У нас есть два тренажерных зала. Здесь один тренажерный зал. Чтоб позанимались, да? Да. Ну это именно для футболистов, не то, что кто-то это там. Это чисто, там же ясно, понятно было написано. Футбольная академия. Так со стороны никто к вам сюда не приезжает. То есть качки не ходят. Качки? Да. Почему? Мы разрешаем. А, ходят, да? Мы приходят. Мы разрешаем родители, которые приводят своих детей, правильно, Юра? Да. Приводят они своих детей, чтобы они не сидели, не наблюдали за тренировкой. Они, пожалуйста, переодевайтесь, они берут форму и начинают здесь заниматься. Понимаешь, мы разрешаем им все как положено. Чтобы у родителей было. Да, заинтересовано. Да, чтобы у них было заинтересовано. Да, больше да, не у детей, как у родителей. Да. Не понял, Гена. Она зафиксирована. Повисли на кухне. Опустите. Опустите. У тебя силу не потянет, Валек, на то, что было. О, хороший тренажер, мягенько ходит. Да, мягенько. Там не рука не работает. Все да. Это заслуга моего сына. Ну, молодец. Это он все. Это а я это... Он. Подержи, пожалуйста, так, а я вот этот вес пожму. Вы хотите поднять? Пожать. Значит, смотри, вот направляешь. Можно? Без проблем. Ну, конечно. Это же вот так. Только чтобы не было потом, что шапки, мы будем 20, поднимать вас оттуда. 20, это сколько? 10, 20, 60 и еще тут. Ух ты, нет, я лучше сниму одну. Ничего. А так 80 многовато. С той стороны. 80 многовато. Чего это вдруг многовато? Знаешь, и возразить нечем. Вот многовато и все. Просто многовато. То бишь, стало слабовато. Потому и стало многовато. Да. Опля. Ну. Подниму и тот вес. Поставим? Не надо, а то вот уже
Лицо красное. Ну, это нормально. У меня всегда красное. Он работает, сколько там, 354, да? Ну, то гравитационная гимнастика, то совершенно другое. Да, я понимаю, но все равно. Ну, можешь людей убить таким весом, как ты. Ну, там уже под 800 идет, представляешь? Здесь у нас раздевалочки. Все семейно, все красиво, все дела. Это академия, значит. Да, здесь просто... зеркала, академия. Стены, здесь душевая, хорошая, все цивильно, все красиво. Значит, неожиданно. Неожиданно, неожиданно. Я говорю, заслуга моего сына. Да. Вот туалет, пожалуйста. Андрюшка, такой же туалет. Хороший, аккуратный, все как положено. Вот, да? Все чистенько. Все это же может кто-то ж убирает. Все у нас уборщица работает, она каждый день приходит и каждый день убирает. Каждый. А занятия у вас как для... Все расписано. Все расписано? Все расписано, расписание нет. Есть. То есть каждый день где-то вы, да? Абсолютно. У нас сейчас тренируется взрослая команда на том поле. Там, мы еще пойдем туда, стадион. У нас сейчас стадион же детский футбольный. Здесь тоже раздевалка, тоже такая же. Тоже такая же. Все такое же. Вот она, пожалуйста. А, для двух команд. Все такая же. Это еще и четыре раздевалки здесь в этом манеже. Также душевая, также туалет. Это душевая, это туалет. Все есть. Ну что, отлично, отлично, просто чувствуется. Здесь вот это вот общественный туалет, это для родителей. Вот приезжает, это просто, когда туда заходишь, он свет загорается. Он зашел, свет загорается. Вышел, свет потухнет. Что ты тогда закроешь? Выключать. Это мужской, а тут рядом женский. Там женский. Да. Медицинский кабинет. Это комната для футболистов. Тренеров, да. Временно. Временно для тренеров, временная. Потом будем здесь все такое, их все кубки, все вот только-только. Ну, кубков там очень много еще, очень много. Это вот мячи, все, все. Сейчас в Азовской медицинской, где у нас была тренерская рядышком, а там сделали еще один спортзал. А медицинская? Ну, и самое основное, это, конечно, здесь. Ага, о, вот это да. Это сейчас я включу. О! Ну, тут красота. Мы давайте выйдем сюда, на поле. Красота. Это ворота еще запасные там. Запасные. Само поле. Полноразмерное, да? Сейчас небольшой ремонт делается на ну, как бы балкон, трибуны. Там, вот там трибуны и там трибуны. Полноразмерное, да? Оно как нет, так? Оно не полноразмерное. Оно больше, это, кажется. Это мне. Для детского футбола. 62 у нас на 36, по-моему, я не помню точно. А взрослое какое тогда? 100 метров. Вот там 100. Вот это будет большое полноразмерное. 100 на 60. Мне кажется, тут оно такое нет, большое. Это, там от 100 до 120 и 60 с чем-то до 80. Да, да. Но у нас будет 100 на 68. Это вполне нужно. Вчера, кстати, не смотрел футбол? Нет, в Баварии. Слушай, 3-2 проиграли вообще. Это бомба. Это не бомба. Они французам проиграли? Французам? Ну, важен, да. Ну и французы классно играли. Это Зинедин Зидан как раз там был, да? Нельзя назвать. Тренер Зинедин Зидан был или нет, другой? А Зидан это Реал тренер. А, Реал. Нормально? Я много вы. Отлично, отлично, отлично вообще такое. И выкладывает в Инстаграм. Ну да, да, да. Я вижу его как бы, перемещение. Это все, еще раз повторяю, заслуга моего сына. Все его полностью. Вот многие говорят, что там, допустим, какое-то направление. Если есть все-таки энтузиазм какой-то, и человек энтузиаст, я в смысле имею в виду, он сделает. А если нету энтузиазма? Ну, ему тоже сначала не верили, а потом, когда начал строить, тогда поверили. То ничего не будет. Все-таки вот все держится
на отдельных личностях, которые сказали и сделали, организовали вокруг себя вот людей. Такой у меня сын. А нету такого. И все. Юра, как они умудрились здесь порвать, а? Это что упало? Видно, упал здесь уголок. Мы ремонт делаем. Понимаешь, наварили, видишь, проваривали. Нет, здесь осоединение, Михаил. Это соединение, да? Да, вот видите, вверху. Я понял, все. Да, красота. Мы же не рассчитывали на такое количество. Они как навалят эту тысячу. Им говоришь аккуратнее и все прочее. Бесполезно. Бесполезно, да. Легче действительно. Мы начали усиливать. Видишь, вот эти усиливающие поставили. Вот это все попытки. Ну да, теперь не провалишь. Ну все сделал, вроде бы все. Осталось такой вот кусочек здесь. Вот, все. Трибуны падали, мне кажется. Столько народа набивалось. Сварщиков поубивать надо. Они что, не могут ровно приварить? Ну, Валёк, да. Это было рассказано. Это люди такие. Нет, им кажется, что это нормально. И тут еще у нас или, как говорят, ничего страшного. Еще одна тренажерка есть у нас. Да, на скорости мы есть, да? Тут раздевалка, там раздевалка, а вот здесь тренажерка. Еще одна. Здесь велосипед и беговая дорожка. И побежишь? Да. Попробуй. Давай. Этот аппаратик у меня дома стоит. Ну это такой большой какой-то профессиональный. Да. У меня такой есть попроще. А это... У меня как раз средний, у меня полупрофессиональный. Ну средний, а это ее. Она сама включается. Нет, это программа сейчас. Начало вырабатывать нормально электричество. А, хорошо, хорошо побежал. Побежал хорошо. О! 120 километров. Зачем ты назад бежишь, Валёк? А это другие мышцы. А? Геннадий Петрович, объясни, какие мышцы работают. Ну, он у нас, видите, и так, чтобы все было гармонично развито. Все нормально. Это же, в принципе, он все рабочее. Знаете, кем он создан? Тренер по физподготовке Манчестер Юнайтед. Вот этот? Да. Что ты не понял? Эти тренажер придумали тренером по физподготовке Манчестер Юнайтед. Да. У него, когда у людей полетели коленки, там это, они тут раздевалки такие же одинаковые, да. Что здесь, они все одинаковые. Здесь все то же самое, раздевалки, туалеты, душ, все есть, так же самое. Здесь фены, все, и там такая же раздевалка. Отлично. Это женский для родителей. Просто отлично. А женского футбола есть, нет у вас? А у нас и девчонки занимаются. У нас более 200, наверное, 50 детей занимается. Угу. И плюс тому, что еще бегают, у нас приезжают группы из Миллерова, Тарасовки. Ну это когда чемпионат проходит? Не только чемпионат. Они имеете взрослые? Взрослые вечером. Ты знаешь, Звукова приезжают, из Тарасовки. А вот самое большое... Самое большое достижение. Вуково построили дурдом. Ну, это же о чем-то говорит. Это не я сказал, это начальник налоговой сказал. Самое большое достижение вот вашего клуба. Ну как большое? Самое большое достижение? Да. Мы выиграли кубок впервые, Каменск выиграл кубок Щербатенко. Впервые выиграли. Все. Взрослая команда. Мы вот сейчас выставляем, вот заканчиваем стадион, и здесь начнутся игры. Высшая лига области и первая лига области. А здесь просто будет поле не крытое. А как мы пока нет, крытого не будет. Крытое это очень много денег. Вот. Это для юношей, для молодых, для подготовляющих, а там уже для взрослых. Ну там и все будут. Где кони пускай по снегу бегают. А вообще кто-нибудь там есть? Ну поедемте еще на машине, у нас же еще стадион. Это не все. Это только начало. Вы знаете, я это... Там детский футбол. Служил в спортроте в Ростовской. Так там вот
у них вот этот база была футбольная. Так вот я вспоминаю, что-то она по размерам такая, как у вас клуб. Вот этот вот. Такой огромный комплекс. Ну, это был СКА, да? Да. Ну давай, Валёк, сейчас я туда еду, вы туда со мной. Хорошо. Так, ты им сейчас закрывай, да? Спасибо большое. Да, спасибо большое. Пока-пока. До свидания. До свидания. Вот так-то, да? Неожиданно, слушай. Ох, неожиданно. Ну, а я такое как-то это... Видишь, что у нас? Не ожидал. Та-дам-да-да-дам. Вот наша база, начинаемся. Мы еще там будем, он будет строить что-то там гостиницу мы собираемся. Это экипировочный центр. Здесь можете приезжать и кроссовки, и майки, и костюмы, и куртки, и все, что. Ну, типа. Магазина, и, да? Магазина, да. Но мы детей, которые играют в основе. А взрослые? Просто все есть. Хорошее, хорошее все, качество. Да, да, качество хорошее и на порядок дешевле, чем, допустим, где-то. Кто в основе, тот что. А это, а когда же она у вас работает? Да вот он когда приезжает, он приезжает сюда, есть такой Сережа Бостон, ты знаешь его. А, ну. Это он приезжает сюда. Да? Здесь, да, это его. Он поставщик? Ну, он, да. Это у нас столовая для ребят. Подзакусить. Кушают, да. Это у нас типа кладовки здесь, само собой. Вот у нас. А у вас они не живут? Живут. Живут. Я покажу все, где живут. Ё-моё. На той стороне здесь живут, покажу, если там у нас. Это осторожно. Кто живет? Вот они, кубки. Вот сколько кубков уже завоеваны. Ты спрашивал, что. Это все. Это вот уже за 4 года столько завоевали кубков. Вот это да, молодцы, просто молодцы. На всех соревнованиях, на которых участвуют наши детишки, они почти все в лидирующих позициях, там, везде. Везде. А сколько тренеров? Тренеров? Ой, я не знаю, человек, наверное, 10, может, больше. 12, вот так. 12. А кого-то выписывали или все каменские? Ну, у нас поток болевой. Я сейчас не могу тебе все это. Это все, Андрей, хорошо, преподнесет. А начиналось все с Зырянова, с Александра? Или как? Или там еще? Ну, если начать с того, что вот они здесь живут, детишки у нас здесь есть, живут. Часть, потому что пока временно, это не предназначено для этого помещения. Но мы просто негде пока их разместить, пока здесь, еще живут там, это раздевалки. Это раздевалка. Детвора дуркует тут. Ни взрослых, никого нету по вечерам. Детвора дуркует потихоньку. Вечерами. Вечерам полно народу здесь. Нет, ну когда все разошлись, спадки ложатся. А здесь не только, у нас же взрослые здесь живут. А, да. У нас взрослая команда, вон она тренируется, сейчас вы все увидите ее. А что они тут живут? Сборы, я понял. Алёха, нет, почти всего. Луганская область. Поэтому кардели будут жить. Понял? Да. Здесь тренерская. Оно и то тренерская была. Вот это тренерская. Они тут. Само собой у них все тут. Рабочий объем. А ты что приехал? Здравствуй. Здоровый тетя. У меня босс вот он, Валентин Анатольевич. Как дела, Сергей Михайлович? Да. Ты всегда процветаешь, я то на тебя... Строю. Конечно. А кто тебя спутал в этом, в Сачах? А? Сташую ему, кто тебя спутал? В Сачах, кто рассказывал? Ну этот... Как его, Вова фамилия, блядь, был снабженцем на заводе. А, Мерзляков. Это у них мальчишки в теннис играют, футбол, хоккей. Здесь у них само так. Пока так.
Тут они спальни. Вы здесь, Мишка, рубитесь? Здесь. Комната спальня. Там есть все. Здесь у них душевая, туалет, все такое. Есть шкафы, все это для раздевания. Ну, само собой. Здесь все. Особо лично не будем смотреть. Ну да. Раз то же самое. То же самое. Такие. То же самое. Так что живут на базе. Ну да, руки да. Такое что. Пойдемте поле. Поле. Это место охраны. Они наблюдают, отсюда все видят. У них все камеры все есть. Вот охранник. Вот поле. Здравствуйте. Не узнаешь? Повернитесь, он может узнает. Узнаю. Ух ты. Жега. Как? Вот ты хотел поговорить. Доброе здоровье. Как вы? Нормально. Хорошо. Смотрите меня на Ютубе. Легче прям стало, только к вам подошел. Хорошо. Смотрите на Ютубе просто Малахов. Мы успеем поговорить, сейчас же тренировки надо помочь. А, ну давай. Вы же еще будете тут, ну? Побудете еще немножко? Ну, немножечко побудем. Он хотел еще тут с вами поговорить. Опа, Артем, что такое, цепанулся? Ну летит, ну лучше зачем уже? Куда вообще не бегаем? Линия и все. Неточная передача, не надо тут. Нет. Это вот команда, которую мы выставляем на перестановке, которая завоевала Кубок Щепотенко, которая обыграла команду первой лиги «Чайку» в финале. Обыграла. Первой лиги российского футбола. Ну там почти что полсостава играла с первой лиги, остальные молодежка там была. Даже больше полсостава. Вот они их обыграли 2-1 в финале. А это сколько им лет? Вот это ж. Кому? Юношам. От 16 до 20, самому старшему 28. А вот он с мячом сейчас вот этот 28 лет ему бьет левой ногой. Бадям! С левой. Он хорошо бьет, очень хорошо. Вратарь у нас очень хороший, вот тут стоит. Опа, отбил. Красава, да. Это три точки, само собой. С обеих сторон. Это команда взрослая тренируется, да. Но когда будет уже все само собой готово, то поле, оно будет на большом поле тренироваться. Все чистые, экипированные, как положено. Ну да, чувствуется, что тут. Видите, да? Все экипированные. Футбольный клуб «Строитель» на всех уровнях. Не пробует ворота. Бац. Еще что-то, что у него спина, Валер. Я не знаю. Ты что? Не. Ты что? Это приблизительно точно так же, как Чеша. Ну пойдем побегаем. Право-влево уходи. Я говорю, да куда побегать? Я буду стоять. Ну и стой. Так чуть-чуть, потом потрясемся. Я говорю, ну а если мяч рядом проходит? Ничего, главное стой. Главное стоять, да? Я не могу ему потянуть. Ну, значит, да. Что-то хочет. Что-то дернешь, что-то дернешь. Да. А вот он может стоять. Видите, это те, которые завоевали Кубок Щербатенко. Да, вот эти ребята, вот они перед вами. Ваши лица там раскрылись. Это два состава. Наши, да? Зачем? Вот они, вот. Да, красавцы. Вот они наши. Ну, серьезный турнир был, да, я так понял? Там ничего. Команды. Видите, они напротив нас выставили, считаю, ну, с первой лиги, которая Сосновой, 6 человек, которая Сосновой занимается. Эти ребята дали им. Само собой. Само собой, ты же. Михалыч, ты на футболе был? На Спартаке был. Дождь? А, ну там вы на хорошего. Ну, не повезло Ростову, не повезло. Не повезло. Публики очень много было. Много. Ну вообще 33 тысячи. Матчи очень хорошо. 100% разрешили, да? Ростову 100% разрешили или 75%? Нет, 75%. Ну, значит, голуби хорошо были, полезно. Тоже ребята там хорошие, расставили.
Это я Андрею приезжал. Да. Вот люди, да. Кого-то это привозил? А он же тренировал Академию Академии. Петрович, так может покатайте.